Представляете, оперу можно соединить с мультфильмом. Не верите? Добро пожаловать на спектакль «Весенняя сказка». Вы все знаете про Снегурочку. А знаете ли вы, что Снегурочка – это про весну? Сегодня мы для вас показываем спектакль «Весенняя сказка», но в необычном формате. Некоторые герои у нас присутствуют только на экране в виде мультфильма, а остальные герои, они на сцене поют оперу. Мне запомнилась главная героиня Снегурочка. Она была очень красивая, длинные платья, сережки, и все такое хрустальное было. Это персонаж, который меняется на протяжении всей оперы. Когда она приходит к людям, она у них всему учится, она перенимает какие-то жесты. Я запомнила возлюбленного Снегурочки. Его зовут Мисс Гирь. Ты меня полюбишь, али нет, скажи мне. На первый взгляд, Мисс Гирь – это отрицательный персонаж. Он бросил свою невесту, он пытается добиться Снегурочки, но на самом деле он хочет любить, хочет быть любимым. Весна – это мама Снегурочки. Она помогла ей научиться любить. В венке моем любовных сил закрыт родник. Она наконец-то чувствует то, что чувствуют все настоящие люди. Она счастлива, потому что почувствовала, прожила, побыла человеком.